Дройдер Чарт! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, с вами Дройдер Чарт. Мы начинаем очередной хит-парад приложений для Android. Как видите, на дворе настоящая весна, цветут цветы, поют птицы, и мы начинаем. На пятом месте сегодня у нас игрушка, которая называется Apocalypse Free. Есть также и платная версия, по-русски можно назвать ее «Свинопокалипсис». В общем, в чем здесь суть? Есть четыре свиньи-апокалипса, которые должны выполнять разнообразные миссии на уровне, перетаскивать всякие предметы, разгадывать квесты, открывать дверки, ну и тому подобное. У каждой свиньи есть свои уникальные возможности и функции, достоинства и недостатки. Ими надо активно пользоваться для того, чтобы пройти уровень максимально быстро и качественно. Вот такая игра достаточно симпатичная, с прикольной графикой и интересным геймплеем, интересным сюжетом. Кстати говоря, здесь еще хороший юмор также присутствует. Игрушка называется Apocalypse Free и занимает сегодня пятое место в Droider Chart. И мы едем дальше. На четвертом месте программа под названием Лента.ру. Как нетрудно догадаться, это агрегатор новостей популярного новостного сайта Лента.ру. Но, кстати говоря, это не официальное приложение от сайта, сделанное сторонними разработчиками. Как видим, достаточно симпатичные. Здесь вот такие вот красивые картинки с новостями мелькают. Есть переключение разделов, тоже красивое, такое цветастое. Удобно пользоваться, удобно читать. Хорошо, что здесь есть функция загрузки, предварительной загрузки новостей. Можно их сначала скачать, а потом по дороге ознакомиться. А также есть и автоматическая синхронизация. Кроме этого, имеется и вот такой вот виджет с переключающимися новостными различными поводами и событиями. Итак, это Лента.ру. Сегодня на четвертом месте в Droider чарте. Едем дальше. На третьем месте снова игра. Stupid Zombies называется это творение. И речь пойдет о живых мертвецах, которых нужно безжалостно убивать на уровне. Убивать практически по второму разу. Что у нас здесь есть? Имеется вот такой вот чувак мускулистый. У него некоторое количество пуль в обойме. Что нужно сделать? Запустить пулю таким образом, чтобы она убила как можно больше зомбаков. При этом, видите, работают рикошеты. Рикошеты пули отражаются от стен. И таким образом можно рассчитывать различные траектории и делать всякие хитрые ходы и хитрые выстрелы. Игра работает по принципу такому же, как и Angry Birds. За каждый уровень вы получаете от 1 до 3 звезд и проходите этап один за другим. Такая достаточно интересная игра. Называется она Stupid Zombies. И занимает сегодня 3 место в Droider чарте. А мы переходим ко второму месту. Сегодня это программа Яндекс.Метро. Свежая творение от команды Яндекса для Андроида. Удобный навигатор по московскому метрополитену. Выглядит он вот так. Здесь работает Pinch to Zoom. Можно что делать? Ну, выбираете, нажимаете на любую станцию и потом указываете, вы от нее едете или к ней едете. После чего можно посмотреть различные варианты маршрута. Они перелистываются сверху обычным слайдом. Ну, сейчас, правда, у нас всего один вариант маршрута получился. Но если их несколько, то можно перелистать. Кроме того, приложение автоматически определяет ваше текущее место. Еще можно посмотреть схему проезда в виде списочка. И там будет отображаться информация о том, в какой вагон вам нужно сесть, на какой станции, чтобы быстрее перейти. Конечно же, показывается примерное время вашего перемещения и тому подобной информации. Программа очень полезная, называется она Яндекс.Метро и занимает сегодня 2 место в Droider чарте. А мы дошли к первому месту. Парарапам! Сегодня это игрушка, которая называется Touch Racing Nitro. Это игра, как, наверное, вы уже поняли, про гонки. Снова у нас на первом месте гонки, но они слишком хороши, чтобы поставить их на какое-то другое место. Да и ваши оценки этой игре были самые лестные. Что здесь у нас есть? У нас есть игрушечные машинки. Выглядят они вот так, можно их перекрашивать в соответствии с вашим стилем и с вашими предпочтениями. После чего вы попадаете вот на такой вот игрушечный уровень. Интересно, здесь очень сделано управление. У вас нет никакого руля, не используется также акселерометр. Управление сделано очень интересным образом. Вот вы нажимаете пальцем на какую-нибудь точку экрана, и именно туда устремляется ваша виртуальная машинка,
маленькая, именно в это место она едет. Управлять нужно двумя пальцами поочередно, на случай, если попадутся крутые повороты. Есть, конечно же, здесь и ускорители нитро. Для того, чтобы их ими воспользоваться, нужно нажать двумя пальцами на экран одновременно. Такая отличная игрушка. Как видите, совладать с управлением не так-то просто с первого раза, но поверьте, после того, как вы потренируетесь немного, это будет очень интересно и очень весело. Совершенно необычный опыт гонок на мобильных устройствах. Совсем по-другому, совсем другие ощущения испытываешь, когда в эту гоночку играешь. Называется она Touch Racing Nitro и занимает сегодня первое место в хит-параде Droider Chart. А узнать больше о сегодняшних приложениях, а также ознакомиться с другими новостями Android, вы всегда можете на нашем сайте droider.ru.